Нахождение в салоне автомобиля ребенка в специальном удерживающем кресле – одно из главных требований, предъявляемых правилами дорожного движения к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров. В январе 2017 года зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 детей погибли, являясь пассажирами. 7 февраля сотрудники городского отдела пропаганды ГИБДД совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление водителей, нарушающих правила перевозки детей. Ежемесячно сотрудники госавтоинспекции города Кургана совместно с батальоном дорожно-патрульной службы проводят рейды под названием «Ребенок – главный пассажир». Цель главного мероприятия – это выявить и пресечь нарушение правил перевозки детей в автотранспорте. В ходе профилактического рейда сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, в салоне которых находились дети. Инспекторы рассказали водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств, о том, как правильно установить детское кресло и о тяжелых последствиях, которым может привести неправильная перевозка малышей. Ведь в большинстве случаев именно детское кресло спасает жизнь ребенку. К вам, как водителю, обращаясь, при перевозке детей в автотранспорте, особенно в сложных погодных условиях, необходимо быть все-таки внимательным на дорогах, потому что везем самое дорогое. И вот вам такая от нас памятка. Изучите на досуге, посмотрите. Ну и желаю вам, конечно, счастливых и безопасных дорог. Добросовестных водителей и маленьких пассажиров во время проведения рейда поощряли подарками. Также они получили памятки с правилами дорожного движения. Стас Волосников, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».